Конкистадоры. Они забрались дальше, чем я думала. Они не смогли открыть дверь и применили взрывчатку. Храм Чаака.
Ветер веками шлифовал. Надо подобраться ближе к катушке. Чака. Если укрытие двигать, можно перейти. Щит пропал. Иона! Лара, как ты там? Мне нужна корианка. Корианка. Щит забрали. Значит, он у Амару. Но в город его бы не рискнули приносить. Должно быть, он спрятан в глубине горы. Ладно, я иду дальше. Thank you.
чакикале печактап туменик шулил колел. Матушанта луку чулле ишкевано. כאן מוצ'ייק קאצ'יל. Где-то здесь должен быть вход. Здесь должен быть вход. Сюда. Осторожнее. Yo que lucha y cocina el cuculcán.
Иона, Корианка была права. Сектанты спрятали щит в глубине горы. Корианка? Лара нашла его. Щит вершителя эпохи. Я верила в него. Он прекрасен. Я... Найди ее! Черт. Лара, что такое? Здесь кто-то есть. Черт, подкрепление! Катукультик хелупуцул джетеле покало? Надеюсь, на этом все. Надо вернуться в деревню. Отлично. Я тут. Лара, ты справилась. Щит вершителя эпохи. Это... Что такое? Но ритуал. Принести в жертву ткань?
Нет, не ткань, судьбу. А принести в жертву также может означать создать. Традиционный перевод таков. Мы вершим свою судьбу. Как я и думала. Посмотри, здесь символ. Предки. Но это может значить самозванцы? Да. Амару это и нужно. Доказать, что кто угодно может вершить судьбу. Не только наследники первого императора. Все так. Никто не должен это видеть. Это подорвет веру Унурату. Восстание будет в опасности. Это подкрепит уверенность Амару в том, что именно ему суждено преобразить мир. Лара, нужно его уничтожить. Это не лучший выход. Но правду навек не скроешь. Думаю, ты права. Тогда вместе. Как сестры. Вместе. Несмотря ни на что, добывая щит, ты показала удивительное мужество. Этот лук мне дали, когда я вступила в ряды Куачики. Ни на шаг не отступаю в бою. Это наша единственная клятва. Сегодня ты не отступила ни на шаг, Лара. У тебя сердце Куачики, и для меня будет честью, если ты возьмешь этот лук. Корианка, я... Это честь для меня. Спасибо. Тот самый щит? Даже знать не хочу, зачем вы его жжете. Я рад, что ты вернулась. Опять.